поблагодарить всех участников, которые, несмотря на сложности, связанные с чемпионатом мира, смогли приехать в Ярославль и посвятить это время своему образованию, своей учебе и освоению тех новых технологий, новых навыков, которые сегодня и завтра мы подготовили в нашей научной программе. Внимание на экран. Мы начинаем. Thank you.
приветствие предоставляется Игорю Юрьевичу Селезневу, заместителю председателя правительства, который курирует вопросы здравоохранения и социальной политики Ярославской области. Игорь Юрьевич. Дорогие друзья, я очень рад возможности от имени правительства Ярославской области и губернатора Ярославской области Дмитрия Юрьевича Миронова поприветствовать всех собравшихся сегодня в зале участников форума, гостей и поблагодарить организаторов, которые столько сделали для того, что мы сегодня собрались. Медицина во все времена была, пожалуй, самой консервативной наукой. Мне кажется, даже консервативнее астрономии. И только во второй половине прошлого века тотальный технический прогресс вот так и пришел и в медицину. А до этого все открытия, все инновации, в лучшем случае, десятилетиями шли до пациентов. Оптическая механика, химия полимеров, металлов, все это сделало возможным достичь действительно потрясающих успехов в эндоскопии, которая вырвалась на лидирующие позиции среди других медицинских специальностей, именно благодаря своей эффективности и, что очень важно, безопасности для пациентов. Для Ярославской области большая честь 18 раз принимать такой представительный международный форум. А в этом году мероприятие организовано и проходит под эгидой российского и японского эндоскопических обществ. Правительством Ярославской области, Ярославским медицинским университетом, Ярославским университетом имени Демидова делается многое для создания режима благоприятствия внедрения в практику самых современных научных достижений в области медицины, и в том числе эндоскопических технологий. Я хочу от имени правительства выразить благодарность и нашим коллегам из Японии, особенно и в частности из медицинского университета Канадзавы, который принимает на стажировку наших специалистов. Конференция сыграет, я уверен, важнейшую роль не только в развитии Ярославского, но и всего российского здравоохранения. Ярославская область давно стала площадкой для внедрения передовых технологий для рождения новых импульсов международной научной практической кооперации. Среди участников много молодых специалистов сегодня. Это те, от которых зависит развитие нашего российского здравоохранения. Мы надеемся, что те инновационные идеи, которые будут обсуждаться на конференции, найдут самый короткий путь к нашим пациентам, ради которых многие из присутствующих, да, пожалуй, все, когда-то выбрали даже не профессию, а способ жить. Так дайте жить этот шанс жить и нашим пациентам. Я от себя хотел бы добавить. Я очень надеюсь еще, что то творчество, то искусство, которое будет продемонстрировано в эти дни на форуме, не выглядело декоративным и не выглядело эксклюзивным. Да, великолепным, потрясающим номером в концертной программе. А чтобы это все-таки стало сильным, мощным оружием. Оружием, доступным для наших пациентов в борьбе с недугом. Я желаю всем плодотворной работы
отличного настроения, веры в свои силы и, главное, верности тем идеалам, которые выбрали вы все много лет назад. Спасибо. Уважаемые коллеги, слово для приветствия предоставляется ректору Ярославского государственного медицинского университета профессору Алексею Владимировичу Павлову. Доброе солнечное утро, дорогие друзья, глубоко уважаемые коллеги. На меня вот лично цифра 18 раз как-то производит очень такое интересное впечатление. Действительно, я так специально даже задумался, каждый год на протяжении 18 лет собирается профессиональное сообщество, полный зал, потому что коллеги, которые, может быть, не знают всех наших тонкостей, так сказать, данной профессии, говорят, ну что тут можно каждый год обсуждать? Казалось бы, ну раз в 2 года, раз в 3 года, раз в 4 года что-то может накопиться. Но, во-первых, конечно, тут есть несколько причин. Во-первых, как действительно сказал Игорь Юрьевич, технический процесс, наверное, прогресс наиболее мощно коснулся вот данного направления медицинской деятельности. Но, наверное, это еще не все. По сути дела, независимо от технического прогресса на тот или иной год, я считаю, я всем отвечаю таким путем, что на уровне региона это уникальная площадка, которая позволяет специалистам познакомиться, и не просто ознакомиться, а принять участие, иметь доступ к современной высокотехнологичной медицине 21 века. Это как раз, причем мир современной высокотехнологичной медицины, он очень отличается в разных странах. В Японии это в определенной степени свой мир, в Европе, в Центральной Европе свой мир, например, в Барселоне это свой мир. И вот на этой площадке, по сути дела, независимо от того, на каком уровне конкретный эндоскопист, в каком поле работает, все равно или это некие уникальные технологии, или некие стандартные технологии, как вчера мы говорили о колоноскопии, скрининге колоректального рака. Все равно современный мировой уровень и опыт разных стран это является, наверное, той притягательной силой, почему зал полон и почему 18-й, я не сомневаюсь, и в 19-й раз мы соберемся, и последующие, надеюсь, разве мы соберемся в городе Ярославле. Поэтому позвольте мне от имени Ярославского государственного медицинского университета горячо поздравить всех присутствующих, потому что, кроме чисто технологического, наверное, вот тот самый образовательный компонент, причем не только с позиции образования, а то, что можно сделать и попробовать своими руками, или, по крайней мере, пообщаться с специалистами, которые владеют теми навыками, которые мы еще, может быть, не владели. Это та возможность, благодаря которой, собственно говоря, Ярослав стал в определенной степени, становится хорошим центром международной эндоскопии. Но вот в продолжение академических обменов, кроме того, что у нас уже с Аконозавой идут активные обучения специалистов, в прошлый год мы провели обучение специалистов уже в Барселоне у господина Хасарамуна Арминдола Мирова. Специалист, молодой специалист из университета Флоренции приезжает вот вместе с этим симпозиумом на специализацию в нашу клинику, в наш эндоскопический центр. То есть процесс уже вот идет, и я считаю, тот факт, что вчера на меня произвело впечатление, что за эти годы выявляемость раннего колоректального рака на первой стадии практически в Ярославской области практически вдвое выше, чем у России. Это вот тот самый, очевидно, уже первые осязаемые шаги той работы, которую проводит организатор конгресса для того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное в сфере эндоскопии. Спасибо, успехов. Уважаемые коллеги, для нас большая честь сообщить, что второй год подряд наш курс проходит под эгидой не только Российского эндоскопического общества, но и Японского общества гастроэнтерологической эндоскопии. Это признание высокой научной части и программы, соответствующие тем стандартам, которые есть в Японии. И я для краткого приветствия хотел бы предоставить слово профессору Ютака Сайта, руководителю
крупнейшего эндоскопического отделения Японии, это отделение Национального центра рака. My name is Yutaka Saito from National Cancer Center, Tokyo. So first of all, congratulations for your great success of this great international congress. And we are happy, very happy with yesterday's soccer game. But to tell the truth, not so happy with the fighting style. That this symposium that plays the best game on the atmosphere. So maybe we should do the best in the next game. And anyway, I'd like to congratulate again for this excellent international meeting on behalf of Professor Tajimi, the president of JGES, and also the Professor Ito. He's the one of the most important and famous endoscopists here in Russia. Congratulations. Уважаемые коллеги, и очень приятно предоставить слово Светлане Карповой для приветствия от имени министра посольства Японии в России. Посольство уделяет большое внимание нашим образовательным программам. И в зале находится Юрий Васильевич Новиков, академик Российской академии наук, которому в прошлом году в вашем присутствии вручали очень высокий орден Японии за заслуги в развитии российско-японских медицинских обменов. Светлана Васильевна, пожалуйста. Орден назывался Орден восходящей звезды. Так, солнце. Дамы и господа, доброе утро. Позвольте передать приветствие участникам Ярославского эндоскопического симпозиума, переданное посольством Японии в России от имени господина Хирози Таджима. Дамы и господа, примите мои поздравления по случаю проведения Ярославского эндоскопического симпозиума. Мне приятно, что в этом году в симпозиуме вновь принимают участие японские эксперты в области эндоскопии, которые выступят с лекциями и демонстрациями. Я высоко оцениваю тот факт, что японские специалисты в течение многих лет имеют возможность участвовать в этом мероприятии. И хотел бы поблагодарить за содействие правительства Ярославской области, Ярославский государственный медицинский университет и всех людей, имеющих к этому отношение. В последние годы между Японией и Россией беспрецедентным образом увеличились контакты на разных уровнях. Между главами государств, членами кабинетов министров и членами парламентов. В прошлом месяце в Москве состоялась 21-я встреча между премьер-министром Абе и президентом Путиным. Что касается сферы экономики, японские компании развивают свою деятельность в России в различных формах в соответствии с планом сотрудничества из 8 пунктов, предложенным господину Путину премьер-министром Абе. На первом месте в этом плане находится сотрудничество, способствующее увеличению продолжительности здоровой жизни, то есть сотрудничество в области медицины. Японо-российское сотрудничество развивается в таких областях, как эндоскопия, педиатрия, включая детскую онкологию и неонатальную медицину, укрепление здоровья, профилактическая и реабилитационная медицина. Ярославский эндоскопический симпозиум является пионером японо-российского сотрудничества в области медицины. Надеюсь, что он будет полезным для всех участников и будет способствовать повышению качества жизни населения России. Хотел бы добавить, что 2018 год является годом Японии в России. В различных регионах России проходят мероприятия по этой теме. Здесь, в Ярославле, 25 июня состоялось празднование 10-й годовщины основания завода Komatsu Manufacturing Group. Я также слышал, что завод компании Takeda Pharmaceutical планирует празднование в августе этого года. Надеюсь, что благодаря году Японии в России отношения между Ярославской областью и Японией станут еще глубже. Желаю успеха нынешнему симпозиуму и дальнейших успехов всем участникам. Большое спасибо. Посольство Японии в России, Хироси Тадзима, министр
начальник экономического отдела. Слово для приветствия предоставляется Хосе Рамону Арнинголу Миро, легенде мировой эндоскопии. Мы очень признательны Хосе Рамону за его персональную поддержку нашего курса и наших молодых врачей. В прошлом году первый врач из Ярославля, Владимирович Гусев, прошел стажировку в Барселоне при активной поддержке и участии профессора Голдера. Хосе Рамон, плиз. Good morning, ladies and gentlemen. Sorry. First of all, I would like to express my great honor to participate in this meeting. First of all, two thanks to Sergi. Thank you. You have a good friend for Barcelona, for me, not for many partners. Only two words for the Japanese technology. I work in many Japanese people in the US, but this year in January, I have a meeting in Olympus. Unfortunately, the day I leave after a nice meeting, I have some cardiac and influenza problems. I am recovered in the Keio Hospital University in Tokyo. And unfortunately, I leave from Barcelona by the plane at the stop. The first stop is in Russia, in Siberia, in Sarkhan, and all the DVDs and there. And this is good for me, remember, to come to the second class. One doctor is continuing. Thank you, Professor Orlov, the rector of the university. I have very good relations and signal between the University of Georgia and wider. Project of the new technologies and innovations in endoscopy. Thank you, Professor Novikov, and Gorolev, and Dr. Igor, the representative of the Major of Endoscopy in this project. In my opinion, I ask for many years, President of the European Society. This conference, the Cassini conference, this is not conference. Cassini has the support of the authorities in the world, not only the university, also the Academy of the Sciences, and the results is fantastic. Remember the last year, many persons is performed in life, and any problems, good technology and good results. This is a fantastic philosophy for performing without evidence, tangible evidence of the life. The life is all times the risk. It's a very difficult patient of the all professionals working the last year is excellent, and the patient is fantastic too. For me, it's a good pleasure. This is my first speech out of Spain after my problems. Others. But I come into Yaroslav. Yaroslav is not easy. Moscow is easy. Yaroslav is a little more longer. But for me, my hair is all time in the hair of the city and all these people, friends. And not only the Russian people. So Marina from the Ekaterinburg visited last year for the first time. And also the other federal officer of the event, maybe more than 20 years, maybe it's a young man, it's a little young man. All of other professionals is the best candidate. Of course, this meeting, in my opinion, is the similar to the coup of the war in football. I am not interested in the coup. Here, every day, every minute,
but Yaroslav 18 Yaroslav meeting is every year is better and better, and now it's one of the most qualified meetings in the world. Thank you especially to Sergei Kasin and all of you authorities, of course, without you, the younger, and the not younger, the people in the audience. Thank you for the attendance, and you, these days, fantastic for the treatment, and also for the advance to take the new technologies in endoscopy. Приветствие первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игоря Николаевича Гарманяна, который желает всем участникам курса плодотворной работы и будет завтра лично на открытии второго дня курса в учебном центре Ярославского государственного медицинского университета. Мы переносимся в эндоскопические операционные, и впервые мы бы хотели показать вам очень кратко, где происходят все живые демонстрации, как проходила подготовка к этому курсу и где сегодня будут проводиться все уникальные и стандартные, будут показаны уникальные стандартные технологии лечения больных. Сегодня 28 июня 2018 года, на часах 21 час 20 минут, и мы начинаем финальный обход эндоскопических операционных, где завтра будет проходить курс живой эндоскопии. Мы начинаем с операционной, которая расположена в оперблоке нашей Ярославской клинической онкологической больницы. Здесь завтра пройдет ряд операций. Одна из них – это полностенная резекция раннего рака желудка с навигационной лимфодиссекцией с использованием уникальной системы Olympus Visera Elite. Теперь мы перемещаемся в рентгеноперационную нашей клиники, которая находится на первом этаже. Добро пожаловать в рентгеноперационную, где все готово к завтрашнему курсу. Вы видите, что здесь подготовлены 6 сложных больных для наших ведущих российских и зарубежных экспертов. Рентгеноперационная готова и оснащена по последнему слову техники 2 эндоскопическими системами Pentax и Olympus, готов наркозно-дыхательный аппарат, готов рентген. Все готово для завтрашних операций, и в этой операционной у нас будут Жан Дотбах, Михаил Сергеевич Бурдюков, Денис Владимирович Гусев и, конечно же, профессор Старков, который продемонстрирует завтра уникальный скоп-гайд. Мы идем в эндоскопическое отделение онкологической больницы. Вы видите фотографии российских и зарубежных экспертов, которые в разные годы оперировали в нашей клинике. Коллеги, добрый вечер. Привет. Все работают. ДТБ, добрый вечер. Мы перемещаемся в эндоскопические операционные нашего отделения, операционная номер 1. И здесь все готово для колоноскопических вмешательств профессора Сайта и профессора Веселова. Операционная оснащена новой олимпусовской системой, оснащенной скоп-гайдом. Идем дальше. Операционная номер 2. Вы видите здесь первые результаты капсульной эндоскопии, полученные несколько часов тому назад. Эта операционная оснащена новой эндоскопической системой Pentax.
эндоскопической системой Фуджино вместе с электрохирургической станцией ВОВА. Следующий зал – это зал дезинфекции эндоскопов, и машины ждут своих эндоскопов. В этом зале у нас развернут склад инструментов, которые будут завтра использованы во время живых демонстраций. И, наконец, мы идем в операционную номер 3. Эта операционная оснащена новой системой Olympus, новейшей системой SonoScape и самой новой станцией RVYO3, которая впервые участвует в нашем курсе живой эндоскопии. Все готово для начала эндоскопических операций. Добро пожаловать в отделение эндоскопии Ярославской областной клинической онкологической больницы. Уважаемые коллеги, профессор Ито, мы вас очень хорошо видим. Вы нас слышите? Доброе утро. Ladies and gentlemen, so my name is Toru from Kanada Medical University from in Japan. So I'm grateful thanks to President Novikov and Rector Pavlov, and also this symposium director Kasin Sensei. I would like to say a greeting, so thank you for this symposium. So now, so I have we have RLS cancer case for me, so I am so Professor Saito, so collector cases. So this this symposium, so Kashin Sensei asked me so only ESD technique, so presentation, so you need to so detection for Arikatsu cancer and so clearly diagnose for Arikatsu cancer and then so indication for treatment, so ESD or surgery, and then so finish to ESD presentation, so ESD standard technique. So today, so I will show you so standard technique and so especially so diagnosis. So present to you. So congratulations on successful symposium. Thank you. Переходим к курсу живой эндоскопии, и у нас первый пациент с эндоскопической капсулой. Пожалуйста, начинаем.